Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами Александр. Мы продолжаем наше путешествие по Blade of Darkness за очаровательной амазонкой. Не, ну как мне нравится эта анимация, когда она бежит. Вот эти все движения. Четко проделано, да? О! Ага. Ага. О, не утруждайся. Так. Аж надрывается весь. Ага. Что ты себе щит какой-то подобрал? Не тот. Ну, хотя тебе и тот бы щит тоже не помог. Ага. Голова не будет? Эй! 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 О, это было дерзко. Ну да. Старался, пыжился, что-то пыжился, распыпыжился. А? Эй! Где ж твоя коронная крикотня? Вот это у меня рассечение сделал на спине, а? А, ты уже не спишь? Какой молодец, а? Ты, видимо, понял, что на посту спать нехорошо. Значит, зачистили небольшую территорию. Тут сразу такая музычка заиграла. Блин, я хотел пострелять. Эй! Иду. Дурной какой-то ты. Так, а что если пострелять? Кстати, а чё бы и нет? У меня 9 стрел есть. Давай ему прямо в затылочек. Ой, чуть-чуть левее. Ага. Чё ты... Ты чё там крякаешь-то? Всё, успокоился. Такие звуки. О! Нифига, кто там стоит. Ну ладно, уже дострелять этот колчан. Еще 3 стрелы осталось. Есть побритие. Ой, дернул сильно. Попал. Нифига он там вздрагивает от неожиданности, да? Ага. Что? Как тебя приканчивать будем? Вот так, да? Да, я тоже думаю, что методом разделывания. О, он же сейчас выпьет. Это же... Нет, не выпьет. Так, здесь.
Я! О! У тебя, я видел, колчан стрел был. Не одолжишь, а? Не, ну у него же был колчан стрел. Ладно, я свои подберу. Да все стрелы подбирать, я думаю, не будем. Так, возьмем несколько штук. Все равно... А, вот же колчан-то. Че я... Ух. Все. Замечательно. Кто там так дышит? Тяжело. Или агрессивно? Чувак, тебя сдувает. Смотри, простынешь. Алебарда. Нам это не надо. Так, дальше пойдем сюда, давайте. А, спотыкается, аж, смотри, как бежит, а. Как же он бежит ко мне в объятия. Красота. А? Я тебе сейчас стрельну. Ага. Что еще хочешь? Угу. Ха! А я оказался более ловкий, чем ты. Угу. Здесь я уже показывал, что тут броня лежит для гнома и для амазонки. Но вторая броня мне уже ни к чему. Тихо, тихо. Башкой не ударься там, мимо что. Вернемся немножко назад. Кто это у нас там, интересно? Ага. Неплохой манекен был и получился. Здорово, проглодит. Хорош жрать. Хватит. Завязывай. Неплохо. Ух. Что такое? Ну все. Считай тебе кирдык. Ух ты. Да что? Что ж ты все время отступаешь-то, а? Оторвали его от трапезы. О! Ты что ты там делаешь? Ты что пугаешь? Совсем плохой стал, да? О, а вот это уже посерьезнее будет. Да, еще. Давай мне еще свой скал покажи тут. О, тихо. Поторопились.
Угу. Ну, вот так вот его просто гасить и все. Можно его со всех сторон, можно с этой стороны, можно с этой. Можно еще вот так вот его. Опа! И вот так вот. И хренушки, он что сделает? Да? Громила. О-о-о. Ну и вот так вот его можно добить. Ага. Немножко не добили. Сразу 16 уровень, был 14. Здорово! О, выдержал, смотри-ка. Тихо, тихо, тихо. Да ну, убей его! Ты чё? На, ты паскуда. Я не посмотрел, он его завалил или всё-таки он помер от моего оружия. Ну, здесь делать уже нечего. Идем дальше. Можно сказать, что первую половину прошли уровня, наверное. Ну, может, еще не всю половину. Но мы добрались до темных рыцарей. Ха-ха-ха. Не успел выпить. А стоило бы чуть-чуть промедлить, и он бы все это выжрал. Хорошие щиты. Ну. Ну да. Опять начинает прятаться за более этого здоровенького, да? А, ударили по щиту, но немножко попали, пробили. Отлично. Ну все. Кто следующий? Выбирайте уж сами. Вот гаденыш, мне все-таки ударил. Гаденыш. Так, ну туда я не побегу, тут я уже показывал в прохождении за варвара. Там лежит зелье полного здоровья, щит. Это нам не надо. Поэтому мы туда не пойдем. А щиты у вас, ребята, хорошие, да. Ничего не скажешь. Тихо. Начинается. Все, обиделся. Ну, этот... Выжить же ведь. Выпить, да? Хотя, если сделать вот так вот... Оп. Повторим. Во, блин. Охреневший типок-то ты, а? Не, щиты реально у них. Надо сначала разбивать щиты, а потом уже разделывать их. И стараться еще при этом не попадать под удар. Да? Ага, получил. Ну, здесь уже можно и так добить его. Так, здесь, я не знаю, пойдем мы за... Охренел. Охренел совсем. Mm.
Пойдем мы в то жуткое место или не пойдем? В этот колодец. Заточенный топор для амазонки. Так, давайте выбросим вот это вот. ...244 у нас атаки стало, да? Так, что это он делает? О! Неплохое сальто. Так, выкинем заодно еще одно оружие. Выкинем, наверное, теперь вот это вот. Потому что там внизу у нас кое-что лежит. Ну, я опять же не знаю, ну... Ну, ради подбора опыта можно, конечно, сходить. Давайте сходим. Почему бы нет? В темное, жуткое место. Но я надеюсь, тут забагонового на стене не будет. В прошлый раз не было. Но то было с другим модом. А вообще, иногда бывает такая приколюха. Я уже рассказывал при прохождении за варвара, что может произойти, что я не один раз уже оставался в заперти. Блин, у меня отсвечивает. Я ничего не вижу практически. Ну ничего. Двуручный молот. Угу. Вот она, эта комнатка. Не знаю, можно, конечно, взять зелье силы. Для этого надо будет выпить зелье силы. Ну, будем надеяться, что не заглючит игру. Ух ты! Ну да. Надоел. Так, что я не так делаю? А, понятно. Ага, еще попасть бы по нему. Ну, пока что удается попасть только по щиту. Открылось. Хорошо. Успокоились. Хорошо. Игра, значит, здесь не забаговалась. Отлично. Сможем спокойно отсюда выйти. Не дышать. Ну, это... Сюда мы ходили только ради опыта. Хоть и немного, но все же опыт. Так. А, начнем мы... А, вон уже скелеты лазят. Интересно. Я еще туда даже не спустился. Они там уже лазят во все. Так, хорошо. Начнем мы... начнем вот отсюда, да? Посмотрим. Да, начнем мы отсюда. Возьмем ледяной бо. Для начала. Хоть вспомнить, что это такое. Ледяной, вернее, посох. Так, ледяной посох. Вот, по правде говоря, я даже не помню, что он делает. Угу. Ну давайте попробуем на каком-нибудь глупом скелете.
Неплохо. Совсем неплохо. Ага. Сейчас будет здесь 1000 скелетов влазить. Неплохой удар, кстати. С очень большой амплитудой. Не попасть по скелету, ну, очень сложно. Это надо стоять от него, наверное, далеко, что ли. Ну, давай. Ах ты, говнарь. Ты меня надул. Ну, не, конечно, да. Нехорошо так делать. Нет, давай-ка ты первый нападать будешь. Знаю я ваши приколы. Во. Щит уже более серьезный, да? Хорошо. О! Как я так пропустил два удара? Это было что-то. Завязывай с этим делом. Так, мне надо взять медальон. Меч с крюком. Ой, тихо. Нечестивый амулет. Что, есть еще скелеты здесь, нет? Все, что ли? Ну, все так все. Значит, идем дальше. Не сюда. Классный уровень. Так, здесь у нас священный амулет, да? Тут нечестивый. Нечестивая ниша. Я не знаю, выглядят они, по-моему, одинаково. Как она определила же, где честивая, где нечестивая ниша? Непонятно. Ну ладно, ей виднее. О! А вы куда? Вы куда все рветесь-то? Кого вы там все высматривали? Меня, что ли? Я здесь стою. Зря ты вылез. Давай сюда иди. Хорошие топоры у них. У них хорошее оружие. Кстати, вот эти скелеты, если наделать несколько ошибок, запросто могут убить. У них неплохие, неплохое оружие. Их много. Единственное, что они, конечно, только по два вылазят. Хотя в какой-то версии игры было такое, что они же появляются, один там появляется, другой там появляется. Мне получалось так, что появлялся по одному скелету. Второй просто, я второго не видел, где он там, откуда он вылазил. И потом, когда на этой половине вот этой локации, откуда лезут скелеты, закончились скелеты, я пошел на вторую половину. И они просто все в одном месте появились, короче. И там три, по-моему, скелета было туда. И все вдруг в друге застряли. Была забавная, конечно, картина. Неплохой, кстати, ледяной бо. Вернее, ледяной посох. Посмотреть бы, сколько он. Кстати, да. Вот там вот. Видите, кнопка. Это проход за очередной руной.
Но мы-то за ней не пойдем. Потому что мы будем проходить игру по-другому. С другой концовкой. Сразу приготовим. Так. Похоже, в этом ледяном дворце начинает пахнуть жареным. Тухлым мясом. Которая вылезла из преисподней. О, у меня аж подвисло. Тика. Ну давай. Ага. О. Как... Нифига. Ну что, тебя так забить? Могу тебя забить медленно, мучительно. Все. Растворился опаловый ключ. Это Бир, белый опал идеальной чистоты, хранитель гробницы меча. Заключенный, вырезанный из скалы кристалл, как символ чистоты вечных горных снегов. Предательство и вероломство проникли в ледяную крепость. Ее обитатели оказались во власти могущественного демона и потеряли рассудок. Но Бир, белый опал, удалось спасти, и заключенный в кристалл... он сохранил что-то там, свою чистоту. Ну, что-то он сохранил. Ущелье Орлока. Орлока Орлока. Этот уровень я тоже еще не видел с этим модом. Most advanced line of defense, and from them departed the raids of the conquering kings towards the rich. Ущелье Орлок — это естественный проход между горами, образующими границы между древними королевствами и северными степями. В прошлом эти горы служили первой линией обороны королевств, и от них короли-завоеватели отправились на набеги на далекие и богатые северные земли. Однако со времен последнего из этих набегов прошло уже много веков. В дни предшествующей войне меча там был спрятан один из драгоценных камней из легендарной гробницы меча, но какая его постигла судьба, остается неизвестным. Так... Начинаем быстрее, быстрее, булками шевелить, быстрее. Булками шевелить быстрее надо. О! Вот примерно как-то так, да. Что ж, будем на этом завершать нашу серию. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, побольше радостных впечатлений. Всем крепкого здоровья, счастья, добра, любви. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До следующей серии.